запорожском направлении после провала наступления вооруженные силы Украины севернее населенного пункта Работино Запорожской области, в котором было задействовано до 3 батальонных тактических групп из состава бригад стратегического резерва, противник, понеся большие потери, в течение ночи восстанавливал боеспособность и активных действий не предпринимал. Потери противника за сутки на данных направлениях составили более 280 украинских военнослужащих, 25 танков, 10 боевых машин пехоты, 3 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня чешского производства, а также 2 гаубицы FH-70 производства Великобритании.